Уважаемые коллеги, с 2021 года изменяется порядок допуска профессиональной деятельности медицинских работников. Необходимо будет предоставить в комиссию документы о том, что за последние 5 лет вы прошли курсы повышения квалификации, суммарно 144 часа за 5-летний период, и самостоятельно заработали определенное количество кредитов, баллов, учебных часов за свою активность, участие в конференциях, в семинарах, в вебинарах. Цикл вебинаров для врачей первичного звена – это уникальный проект Ассоциации Сирано и Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Это возможность для врача продолжать свое обучение в рамках проекта непрерывного медицинского образования, не отрываясь от экрана домашнего компьютера во внерабочее время. Циклы вебинаров выстроены по 9 темам, которые идут как уроки в одно и то же время по выходным дням. В 16:00 начинается курс «Дентальная имплантация». Читают доценты Пензенского медицинского университета Александр и Дмитрий Стаматовы. В 16:30 начинается курс «Дифференциальный диагноз». Его читают доцент Этери Борисовна Мумладзе, профессор Андрей Леонидович Заплатников. В 17:00 начинается курс «Актуальные вопросы лор-органов». Его читают профессора Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования помогает вам выстроить вектор профессионального развития на ближайший 5-летний период. В 17:30 начинается курс «Актуальные вопросы неонатологии». Его читают профессора-неонатологи Наталья Ивановна Ахмина, Николай Павлович Шабалов и Андрей Леонидович Заплатников. В 18:00 будет начинаться курс «Современный врач». Его прочтут член-корреспондент, профессор Дмитрий Алексеевич Сычев, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Виктор Викторович Макаров. В 18:30 будет начинаться интереснейший курс «Неврология для педиатров». Его читают профессора Валерий Петрович Зыков и Андрей Леонидович Заплатников и сотрудники кафедры детской неврологии. Образовательные мероприятия реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей академии. Подобная связка обеспечивает получение современных знаний, умений и компетенций в соответствии с профессиональными стандартами. 19:00. Курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии». Читает профессор Ольга Дмитриевна Остроумова и сотрудники кафедры полиморбидной патологии. В 19:30 пройдет курс «Избранные вопросы хирургии для педиатров». Читают профессор Ольга Витальевна Карасева и сотрудники НИИ травматологии и детской хирургии. В 20:00 начнется курс «Диалоги с профессором Ириной Николаевной Захаровой», заведующей кафедрой педиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. И если ваш нос любознателен, то мы приглашаем вас на вебинары выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edu-sirano.ru. Уважаемые коллеги, добрый день! Российская медицинская академия непрерывное профессиональное образование – это наиболее опытное и уникальное учреждение дополнительного профессионального образования. Мы реализуем программы в области повышения квалификации с 1930 года. В настоящее время дополнительное профессиональное образование врача преобразуется в так называемое непрерывное медицинское образование. И эта непрерывность вполне естественно для врача, так как согласуется с его естественной потребностью повышать свою квалификацию и приобретать новые знания, умения и компетенции. Непрерывное медицинское образование представлено двумя частями. Это образовательные программы, которые реализуются в нашей академии, нашими кафедрами, и образовательные мероприятия,
которые реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей Академии. Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. Если вы хотите совершенствоваться в профессии, если вам интересно и если ваш нос любознателен, то эта программа для вас. Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги! Я профессор Остроумова Ольга Дмитриевна, и я представляю Российскую медицинскую академию непрерывного профессионального образования. Сегодня тема нашего разговора будет посвящена лечению артериальной гипертонии у пациентов с сахарным диабетом. И вместе со мной сегодня этот видеоурок проведет доцент нашей кафедры, кафедры терапии полиморбидной патологии, кандидат медицинских наук Алексей Иванович Кочетков. Алексей Иванович, мы вас приветствуем. Уважаемая Ольга Дмитриевна, добрый день. Уважаемые коллеги, добрый день. Ну и, коллеги, вот еще раз хочу сказать, что минимизация побочных эффектов, да, вот очень важный шаг, это выбор именно фиксированной комбинации. Соответственно, если говорить о блокаторах РАС, да, здесь тоже рекомендации дают нам выбор. Кто-то из блокаторов РАС. Кстати, глубокоуважаемые коллеги, категорически не разрешена их комбинация. Да, комбинировать блокаторы РАС и ингибиторы АПФ, да, нельзя. Механизмы действия все-таки похожие, побочные эффекты похожие, и эта комбинация запрещена. Поэтому мы должны выбрать кого-то. Вот как здесь нам быть, Алексей Иванович? Все-таки ингибитор АПФ или сартан? Рекомендации прямого ответа на данный вопрос нам не дают. Можно и тот, и другой класс антигипертензивных препаратов применять. Но все-таки в плане безопасности, переносимости и, как следствие вот этих показателей, приверженности пациента к терапии, все-таки здесь преимущество за сартанами, за блокаторами рецепторов ангиотензина 2. Почему? Потому что их профиль переносимости, профиль безопасности, количество нежелательных лекарственных реакций, они у них сопоставимы с плацебо. И это, конечно, ну, такое довольно значительное преимущество, поскольку возникнет кашель, да, пациент бросит молодой, допустим, прием антигипертензивных препаратов, не возникнет, он его продолжит. То есть приверженность будет сохранена. И вот, исходя из этого показателя, конечно, некое преимущество за сартанами здесь. Алексей Иванович, но если класс сартанов вот у нас ассоциируется, ну, с достаточно однородным чем-то, что все-таки сартаны, ну, конечно, они отличаются, но более или менее профиль эффективности и безопасности, особенно безопасности, у них сопоставим. То вот как раз ингибитор АПФ, да, в этом плане отличаются достаточно значительно вот внутри класса. Вот какие вот все-таки ингибиторы АПФ вот этой категории больных предпочтительны? Да, действительно, нежелательные лекарственные реакции наиболее такая значимая и известная нежелательная лекарственная реакция применения на фоне применения ингибиторов АПФ – кашель. Конечно, чаще он возникает при использовании каптоприла. Но есть и такие хорошие, имеющие хороший, благоприятный профиль переносимости ингибитора АПФ, в частности, это лизинаприл и периндоприл. Вот они отличаются низкой частотой развития данной нежелательной реакции и, конечно, более лучшим профилем безопасности. Тут, глубоко уважаемые коллеги, действительно, выбор очень широк. У нас много прекрасных представителей двух классов блокаторов РАС, и вы можете максимально индивидуально подобрать лечение таким пациентам. Алексей Иванович, возвращаемся, наверное, к самому обсуждаемому классу для данной категории больных. Это бета-блокаторы. Да, уж слишком много мифов о них вот у пациентов с преддиабетом, с диабетом, с ожирением существует. Вот бета-блокаторы, их место в лечении этой категории пациентов, их плюсы, их минусы, ну и, конечно, тоже выбор препаратов внутри классов. Бета-блокаторов тоже много у нас. Да, Ольга Дмитриевна, спасибо за этот вопрос. Он действительно очень интересный, неоднозначный и, наверное, требующий некого погружения в патогенез сахарного диабета и тех
последствий, которые он за собой несет. Что такое сахарный диабет? Метаболический синдром, да, как один из факторов развития преддиабета. Это, бесспорно, чаще всего избыточное количество жировой ткани в организме человека. А чем оно опасно, с чем оно ассоциируется? Это не только депо энергетических субстратов, липидов, но и крайне метаболически активная структура, синтезирующая огромное количество адипокинов, лептин, адипонектин. И тесным образом на фоне этого, да, на фоне синтеза адипокинов, на фоне инсулинорезистентности, которая тоже сопутствует избыточному количеству жировой ткани, развивается гиперсимпатикотония. Ну, наиболее такой показатель ее, да, рутинно, можно, способна использоваться рутинно. ЧСС, да, высокая ЧСС, она, кстати, появилась в новых клинических рекомендациях как фактор риска у пациентов с артериальной гипертонии. Гиперсимпатикотония у данных пациентов очень выражена. И, конечно, ставят вопрос о необходимости и важности блокады симпатических влияний, повышенного тонуса симпатической нервной системы у данной категории больных. Бесспорно, бета-блокаторы, как основной класс, влияющий на тонус симпатической нервной системы, они при прочих равных должны применяться у пациентов, как при наличии признаков гиперсимпатикотонии, повышенной ЧСС, также при сопутствующих ишемических изменениях, да, ишемической болезни сердца, сопутствующих заболеваниях. Но мы должны понимать, что препараты внутри класса бета-блокаторов, они существенно различаются. Опять говоря о патогенезе, вспоминаем, что есть бета-1 рецепторы, которые сосредоточены в сердечной мышце и несколько в меньшем представительстве, но все-таки присутствуют в юкстогломерулярной зоне почечного аппарата, вот где сопрягаются РААС, ренино-ангиотензиндостероновая система, и симпатическая нервная система. Есть бета-2 рецепторы. Что это? Это адипоциты, это миометрия матки, это печень, это поджелудочная железа, это бронхи, это сосуды. То есть те органы, которые, с одной стороны, ответственны за нормальный метаболический профиль пациента, да, за его метаболический гомеостаз, так скажем, а с другой стороны, в частности, бронхи, да, и периферическое сосудистое русло, ну, при сопутствующей бронхиальной астме, хронической обструктивной болезни легких, при облитерирующих изменениях сосудов, их ни в коем случае не стоит затрагивать. И не стоит затрагивать, то есть необходимо применять высокоселективные бета-блокаторы, которые действуют именно на бета-1 рецепторы, как бы корень всего зла, что происходит с пациентом с ожирением, сахарным диабетом, преддиабетом. И, конечно, вот да, препараты могут использоваться, должны использоваться при симптомах гиперсимпатикотонии, признака гиперсимпатикотонии, еще раз скажу, повышенная ЧСС. Прежде всего, да, самое простое и самое надежное, да, согласен. Да, да. При наличии ишемической болезни сердца, но высокоселективные. Кто это? Это, конечно, бисопролол, да, эталонный представитель. Бисопролол, небивалол, да, да, метапролол и сукцинат, вот да, на эти бета-блокаторы обратите внимание. Они селективные, да, все остальные, к сожалению, они вот имеют не очень благоприятный профиль метаболической безопасности и безопасности в плане влияния на сосудистое русло и на бета-2 рецепторы, локализованные в бронхах, если у пациента есть какая-то сопутствующая легочная патология. Но самое опасное – это маскированная гипогликемия. Да? Беда-то еще в том, что они маскированные, что пациенты их даже не замечают вот при применении неселективных или малоселективных бета-блокаторов. Да, вот все те симптомы, что повышенное ЧСС, тремор, потоотделение, когда сам пациент, да, понимает, что это, ну, обученный пациент, посещающий школу диабета, знает, что это признаки гипогликемии, и здесь необходимы те или иные, ну, экстренные мероприятия, и он обучен этим мероприятиям, даже больше. Иногда врач, к которому приходит такой пациент, по тем или иным причинам, неясным причинам, получающий неселективные бета-блокаторы, имеющие гипогликемическое состояние, но вот на фоне такой, это, на фоне применения неселективных бета-блокаторов даже медицинский специалист в ряде случаев не в состоянии отдифференцировать гипогликемическое состояние и тоже, соответственно, назначить соответствующее лечение, принять экстренные меры. Конечно, неселективные бета-блокаторы, безусловно, да, это еще их одно негативное свойство у пациентов с артериальной гипертонией, сопутствующим сахарным диабетом, это, конечно, маскированная гипогликемия.
Но если уж мы заговорили о гиперсимпатикотонии, Алексей Иванович, у нас есть ведь еще один дополнительный класс, помимо пяти основных, которые в российских рекомендациях прописаны, это агонисты имидазолиновых рецепторов. Тоже симпатолитики, но, правда, совершенно другого действия, с другим механизмом, то есть это центральные симпатолитики. Вот что бы вы могли сказать про эту группу препаратов? Да, действительно, они не относятся к пяти основным классам антигипертензивных препаратов, но и в наших российских рекомендациях, и в меморандуме российских экспертов, который предшествовал выпуску наших клинических рекомендаций по артериальной гипертонии, этот класс препаратов указан, и он обладает таким уникальным действием. С одной стороны, он является симпатолитиком, он действует на центральном уровне, прежде всего это сосудодвигательный центр головного мозга, центральные имидазолиновые рецепторы. Мы хорошо знаем, что имидазолиновые рецепторы также присутствуют и в симпатических ганглиях, периферических тоже блокируют данный препарат эти эффекторы симпатической нервной системы, тем самым достигая снижения артериального давления. Но это не все. Имидазолиновые рецепторы тоже присутствуют вот в органах, которые отвечают за контроль баланса глюкозы и контроль липидного профиля. Адипоциты, поджелудочная железа, даже в тромбоцитах присутствуют данные рецепторы, в мышцах, которые ответственны за утилизацию глюкозы. И моксонидин, влияя как на центральные рецепторы, способствуя тем самым, оказывая тем самым антигипертензивный эффект, он также несколько улучшает профиль углеводный и липидный. А это, бесспорно, такой очень хороший дополнительный плеотропный эффект у такого коморбидного пациента с артериальной гипертонией и сахарным диабетом. Но подчеркну, да, что все-таки вот к пяти основным классам они не относятся, агонисты имидазолиновых рецепторов, но обладают таким вот очень хорошим и необычным эффектом, очень важным и нужным у пациента с артериальной гипертонией и различными нарушениями липидного и углеводного обмена, прежде всего, конечно, с сахарным диабетом, то, о чем мы с вами сегодня говорим. Но мы как-то с вами так очень незаметно, так плавно переехали уже в тройные схемы. Да, и так, как вы совершенно справедливо напомнили нам, двойная схема, классическая, блокатор РАС плюс антагонист кальция или диуретик. И как дополнительные классы, в том числе как третий класс, могут использоваться бета-блокаторы, агонисты имидазолиновых рецепторов. Но вот перед тем, как мы поговорим о тройной комбинации, мне бы вот хотел задать такой вопрос. Вот что лучше все-таки, увеличивать до максимума дозировки вот компонентов двухкомпонентной комбинации или, оставив их, допустим, на среднем уровне, средней дозировки, перейти к тройной? Что лучше, что можно, как об этом записано в наших российских рекомендациях? Ну вот да, Ольга Дмитриевна, в наших обновленных рекомендациях Минздрава 2020 года есть суждение экспертное по данному вопросу. Опять, все на усмотрение лечащего доктора. Вот под какой-то один общий профиль, под одну общую гребенку, к сожалению, всю структуру пациентов, сложных, необычных пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертонией невозможно сфокусировать. Если пациент хорошо переносит терапию, если у него нет нежелательных лекарственных реакций, в такой ситуации, да, конечно, можно дотитровать двойную комбинацию до максимальных дозировок, и если, к сожалению, мы не достигаем целевых цифр артериального давления, перейти уже к тройной комбинации. Но бывают ситуации, когда возникают нежелательные лекарственные реакции, о которых мы с вами уже сегодня так или иначе говорили. Да, много говорили, заслуженно много. И вот в такой ситуации, конечно, мы не будем увеличивать дозировку того препарата, который потенциально вызывает у конкретного отдельно взятого пациента нежелательную лекарственную реакцию. И, конечно, в такой ситуации мы перейдем уже к тройной комбинации, то есть на средних дозировках двойной комбинации, либо даже на минимальных дозировках двойной комбинации, в случае, если имеют место нежелательные лекарственные реакции такой
терапии. Ну, это истинный принцип терапии полиморбидных пациентов, персонализированный подход. Да, собственно, в наших российских рекомендациях Минздрава уже сделаны определенные допуски. Это шаг вперед по сравнению с 2018 годом. Все-таки 2 года прошло после выхода европейских. И уже определенные элементы персонализированной медицины, да, пациент-ориентированного подхода нашли отражение в наших российских рекомендациях. Ну и, кстати, как бы сроки, впервые прописаны сроки. Нам с вами 3 месяца дается на достижение целевого давления. Да, а дальше, я присоединяюсь к тому, что сказал Алексей Иванович, у вас есть выбор. Будете ли вы титровать до максимальных дозы компонентов 2-компонентной схемы, либо переходить на 3-компонентную. Ну и все-таки, как бы резюмируя это, какая все-таки комбинация тройная, да, прописана в рекомендациях как наиболее предпочтительная, фиксированная или произвольная, и какие вообще другие варианты возможны, потому что понятно, что все к одной комбинации свести невозможно. Да, Ольга Дмитриевна, вот в новых рекомендациях, как европейских 2018 года, так и российских 2020 года, пожалуй, впервые так четко, явно, да, с большим уровнем доказательности указано, что тройная комбинация – это тоже фиксированная комбинация, это тоже стратегия одной таблетки. И эксперты нам говорят, что вот, да, у пациентов с артериальной гипертонией и сахарным диабетом, в том числе у них, такой предпочтительной комбинацией является кто-то из блокаторов РАС, ингибитор АПФ, либо блокатор рецепторов ангиотензина 2, в сочетании уже с антагонистом кальция, в сочетании с диуретиком, это вот будет та тройная комбинация, которая может назначаться данному больному. Но, безусловно, есть разные клинические ситуации. В тех же наших российских рекомендациях указано, что если вот пациент получает свободную комбинацию, если он на ней хорошо идет, если он достигает цифр целевого артериального давления, допустимо оставлять такого пациента на свободной комбинации. Опять, если мы видим то, о чем я уже говорил, признаки гиперсимпатикотонии, если у пациента есть сопутствующая ишемическая болезнь сердца, то, безусловно, вот в эту схему лечения необходимо включение бета-блокаторов. Есть также в нашем арсенале и препараты центрального действия, агонисты имидазолиновых рецепторов. Они оказывают несколько эффектов, как антигипертензивные, так и благоприятные плеотропные эффекты, так или иначе нормализующий, улучшающий профиль углеводный и липидный. То есть, опять, полиморбидный пациент, индивидуальный пациент-ориентированный подход и, ну, не то чтобы игра, да, это такое грубое слово, но индивидуальный подбор антигипертензивной терапии должен присутствовать, конечно, в каждом конкретном случае. И как в виде фиксированной комбинации, конечно, так и с допусками добавления в виде свободной комбинации дополнительного антигипертензивного препарата. Да, то есть на уровне тройной терапии выбор у нас становится еще больше, и это хорошо. Глубокоуважаемые коллеги, конечно, подбор антигипертензивного препарата у пациента с сахарным диабетом во многом еще зависит от наличия или отсутствия микроальбуминурии, но чаще, к сожалению, наличие поражения других органов мишени. Это все отдельные темы разговора, и мы будем очень рады видеть вас на других наших уроках с одноименными названиями. Позвольте поблагодарить вас за внимание, пожелать вам всяческих успехов, здоровья и до новых видеоуроков.